Сегодня к нам приедет Садхгуру. Я уже некоторое время читаю его посты и смотрю видео. Он написал замечательную книгу, которая называется «Внутренняя инженерия». Я хочу, чтобы моя семья встречалась с духовными людьми, с теми, кто не зависит от материального мира. Я готова к просветлению. Не могу поверить, что он проехал через всю Америку на мотоцикле. Это так круто. Добро пожаловать. Это замечательная возможность для нас провести с вами время. Наиболее успешные люди всегда также и наиболее несчастные люди в любой области жизни, потому что они взобрались на самую вершину, но она таковой не ощущается. Сегодня вы страдаете от того, что произошло вчера. Вы страдаете от своей жизни или от своей памяти? Вы страдаете лишь от своей памяти. Вы уже страдаете от того, что может произойти послезавтра. Вы страдаете от своего воображения. Именно яркая память и фантастическое воображение делают нас теми, кто мы есть. Все жду, пока угаснет шум и расцветет тишина. Когда я спою эту песню, вы будете жизнью или будете отвлечены? Садхгуру. Ты будешь, Садхгуру. Вы страдаете от своего восприятия всех этих вещей. Вы плохой режиссер собственной драмы. Да, именно. Всегда оставайся замечательной. Никогда не отказывайся от этого, кто бы что ни делал. Пусть делают, что хотят. Фары горят. Садхгуру переходит в турборежим. Поосторожнее там. Не попадите в аварию и не упадите с мотоцикла, ничего не сломайте. Мир с замиранием сердца ждет, что Садхгуру предпримет дальше. Дамы и господа, он уезжает. Он уехал. Дамы и господа, Садхгуру. Садхгуру.